Добрый день, мои хорошие. Конечно же, я на кухне. Семью нужно кормить. И кормить хочется вкусно. Сегодня я делаю опять ребрышки. По тому же самому рецепту, по тайскому рецепту. Ну что, я их посолила, я их поперчила, добавила свежий чесночок и добавила соус чесночный и соус для гриля. Так что сделала я такие лодочки. Сверху закрывать сегодня не буду, попробую так. Ну и будут они у меня жариться, париться, вариться, наверное, час. Потом я их полностью открою, чтобы они обжарились сверху. Запах обалденный, духовка у меня включена, так что пусть готовятся. Выключила я вытяжку, поэтому идет дым, но она шумит. Что я сегодня решила к ребрышкам сделать? Думала я, думала. И отварю картошечку с маслицем, вкусненькую. У нас папе завтра не на работу, поэтому мы сделаем наш вечер длинным, уютным и вкусным. Вот они, те самые крупные оливен, которые нам так нравятся. Вы знаете, мои хорошие, я всегда пользуюсь возможностью, когда завтра не на работу, Володюшке, и я люблю эти длинные семейные вечера, когда можно долго-долго посидеть за столом, посмотреть хороший фильм, сделать паузу, поболтать, вкусно покушать и друг друга послушать. Поэтому я сейчас с большим удовольствием делаю стол. Я отварила капусту, сверху чесночный соус, и мне ее нужно будет просто в микроволе разогреть. Ой, ребята, я открыла грибочки. Написано, ну, из русского магазина, конечно же, маринованные по уральскому рецепту. Запах обалденный. Сейчас выложу на тарелочку. Вот они. Это ли не красота? Это ли не вкусняшка? Очень красивые. Пахнет. Соленые огурчики, а на банке так и написано аппетитно. Хрустящие. Картошечку я добавила масло. Теперь она будет вариться еще быстрее и будет вкуснее. И, конечно же, картошечки зеленый лучок. Вкусно и полезно. Это у меня на плите картошка бурчит. А вы посмотрите, тем временем ребрышки у меня уже 40 минут в духовке. Ароматные. И уже начинают поджариваться. Потом чуть-чуть попозже я их полностью открою. Помыла я свежую редиску, чуть-чуть почистила. Но у меня сегодня всего по чуть-чуть. Я знаю, мои хорошие, ничего не говорите. И все-таки одну чашечку нам, одну чашечку детям, чипиков я на стол поставлю. Но как без этого? А вдруг фильм какой-то азартный? Так что будем кушать. Помидорки маринованные, они маленькие, как вишенки. Ребрышки я немножечко приоткрыла, и посмотрите, сколько там сока. Поэтому сейчас я вовнутрь этих ребрышек покрошу свежий лучок. Картошка в маслице желтая. В общем, дымит. Сейчас я солью воду, и картошка готова. Здесь у меня лучок в мясе, и я думаю, что, в общем-то, минут 20, и все будет готово. Я, конечно, сейчас буду убирать творческий беспорядок. Я думаю, что у каждой женщины, когда она готовит, творческий беспорядок. И на кухне я отстрелялась. Хорошие мои, хочу пожелать вам хорошего настроения. Пусть позитивный настрой
поможет прожить жизнь с верой в лучшее и теплотой в душе. Давайте будем почаще улыбаться, ведь от улыбки станет всем светлей. Спасибо большое за внимание. Я вас обнимаю. Здоровья вам. Чус. Пока.